Ну и вот мы добрались к модулю Омега. Напомню, что первый и заключительный модуль Академии, так называется, Альфа и Омега. И именно поэтому вы на заставке видите слоган «Все психотехники от Альфы до Омеги». Напомню вкратце, ну вообще Омега — это тот модуль, где мы пробуем собрать все воедино теперь. Потому что, ну, когда человек идет по мере обучения, понятно, что он там одно изучил, второе изучил, третье изучил, четвертое, ему нужен шанс теперь, чтобы это все собрать. Поэтому именно в конце академии стоит еще такой модуль, где мы это все пробуем собрать и научиться работать в свободном стиле, во фристайле, так, чтобы все понятия, все базовые понятия из альфа-модуля теперь уже конкретно применить к жизни. И здесь у нас будут там занятия, которые вот именно посвящены такому же перепросмотру всего освоенного материала с наивысшей точки зрения, когда вы уже всеми материалами владеете, попрактиковали, прошли супервизии и так далее. Напомню, о каких навыках шла речь. Первый навык – это навык пространства. Создание пространства, харизмы, присутствие, объема внимания. Важнейшая штука, без которой ничего работать не станет. Второй навык – это эмоциональный интеллект. Распознание эмоций, управление эмоциями, понимание того, как с этими эмоциями работать, как их называть, что с ними делать и как их превращать в энергию. Ключевой навык, как вы понимаете. Следующий навык – это растворение полярных состояний, растворение переживаний, принятие, воспроизведение и отпускание разного рода барьерных вещей, которые возникают. Достаточно универсальная техника, на самом деле на одной только ней можно уже построить целую практику, а если вы при этом прошли еще модуль про пространство и про эмоции, так и вовсе круто, но тоже очень здорово. Дальше 5 точек баланса – это саморегуляция, про потребности и про желания. Тут мы начинаем уже потихонечку пробиваться к глубинной природе, то есть не просто там играть в психологию, потому что есть очень много техник, всяких там техник таппинга, где люди там бесконечно что-то там все улаживают, какие-то эмоциональные состояния, что-то там делают, но никогда не доходят до той рамки, когда они могут изменить свою жизнь, то есть понять, в чем потребность, в чем желание, куда это все должно привести и как это все отрегулировать раз и навсегда. До вот этого момента пространство, эмоции, КЭТ, 5 точек баланса, мы по сути изучили первую половину матрицы способностей, которая описывает путь к тому, как стать способным, как научиться воплощать свои замыслы в реальность. Дальше начинается уже, я бы сказал, второй кусочек, да, потому что он уже направлен на развитие. Ступени ясности – это развитие целостного восприятия, дефрагментации, понимание того, как работают обмены, и понимание того, как можно систематически работать со сложными, запутанными предметами или с запредельными состояниями, как в гностическом интенсиве, который, кстати, входит в этот модуль. Если вы знаете, что это такое, то прекрасно. Если не знаете, ну тогда узнаете. И далее мы все это ставим в коучинговую рамку, то есть мы уже говорим про устремление, про идеалы, про достижение состояния потока с помощью тех инструментов, которые мы знаем. И это все красиво так соединяется. И у нас есть модуль про перепрошивку глубинных травматических состояний. Это очень важный кусочек инструмента, который тоже позволяет выйти за рамки повседневных страданий человека от своего собственного ума и прорабатывать очень глубинные вещи, которые иначе никак не исправляются. И такой заключительный тематический модуль, он посвящен системному метафорическому моделированию или системному метафорическому прояснению. Я про него рассказал, что для меня это квинтэссенция и такой вот как бы самый большой объем, который включает в себя все остальные техники, как частные случаи. И для меня это философия и, наверное, такая, да, философия жизни, да, там подход жизни, чистый подход. Я говорил, что и пространство, и чистый язык, в принципе, изначально об этой теме как-то я активировал ее, узнал от одного и того же человека, поэтому для меня это такое, в общем, красивая гармоничная комбинация. И в модуле Омега мы все это собираем. Опять же, если бы я искал бы три ключевых слова, которые описали бы, что в этом модуле Омега есть, то слова были бы такие: схема, карта и фристайл. Это то место, где вы научитесь реально с этим работать, реально соединять это все воедино. Вот такая история. И этот модуль завершает, по крайней мере для тех людей, которые взяли пакет для себя или практик, на этом их обучение завершается. Но на этом не завершается академия, и об этом я расскажу уже в последующих видео. Понятно, что вряд ли вам стало супер-пупер понятно только от одного этого видео, о чем я говорю, поэтому
Как обычно, напоминаю, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, задавать вопросы, приходить на прямые эфиры и рассказывать тем, кому это могло быть интересно, кроме вас, о том, что существует такое замечательное место, как Ясная Академия, и что в ней, наверное, стоило бы поучиться. Вот. Ну а если вы пока еще не решились, хотя вы зря это делаете, да, у нас уже прям скоро-скоро-скоро все начнется, то приходите на живые эфиры с вопросами. Чем больше вопросов вы зададите, тем больше вы поспособствуете эволюции разума человека на этой планете и ясной практике жизни. До скорых встреч!